Transition to chapters 4 and 5. Переходим к 4 и 5 главам. And this would be the fourth sermon, and it is two chapters put together. Четвертое послание, которое объединяет в себе две главы. These two chapters are all about the Messiah. Эти две главы повествуют о Мессии. In the millennial kingdom. И о тысячелетнем царстве. I'm going to ask you to really stay engaged. Я сейчас прошу особого вашего внимания. This is some wonderful truth. Потому что здесь изложены замечательные истины. But we're going to have to really think together to try to figure out what Micah is saying and how it applies to what age. Но мы с вами должны сейчас внимательно размышлять над этими стихами, чтобы понять, что здесь говорит Михей и к какому веку это относится. The introduction to this sermon is verses 1, 2, and 3. Первые три стиха представляют собой введение в послание, его вступительную часть. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена, будет во главу горы, возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо он с Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на оралы и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. All right, based on the first verse, when are the things that he's talking about going to happen? Согласно первому стиху, когда все это должно произойти? The last days. So this is not talking about Micah's time. Итак, здесь речь идет не о периоде времени, когда свое пророческое служение нес Михей, то есть не во времена Михея. Referencing the far distant future. Здесь речь идет об отдаленном будущем. And in that day, in the last day, и будет последние дни, будет тогда. The nations will go to Jerusalem to learn about God. Народы пойдут в Иерусалим, чтобы узнать там о Боге. They will know that Messiah, God, is in Jerusalem. Они узнают, что Мессия, Бог, находится в Иерусалиме на своем престоле. And there will be a hunger for God and His ways. И будет голод. Люди будут алкать по Господу и Его путям. From His throne in Jerusalem, He will render verdicts. И со своего престола в Иерусалиме Он будет произносить приговоры. And then notice the reverse from what we saw in the prophecy of Joel. И теперь смотрите, нечто обратное тому, что мы читали в пророчестве Иоиля. There God invited the nations to take their farming implements and turn them into implements of war. Здесь Бог призывает, там Бог призывал перековать серпы на оружие, да, то есть обычные инструменты на оружие, а здесь наоборот. Они мечи свои на оралы перекуют и копья свои на серпы. But here he invites them to take their war machines and turn them into farming implements. Exactly the opposite. То есть смотрите, абсолютный антипод тому, что говорилось у Иоиля. So it's a picture of peace. Итак, здесь рисуется образ мира. Exactly what we all long for. Чего мы с вами все жаждем. Verse 4 is another picture of peace and serenity. Четвертый стих еще один образ мира и благоденствия. Но каждый будет сидеть под свою виноградную лозу и под свою смоковницу, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. So you can just picture men and women sitting down under their fig trees. Можно даже себе представить, как люди сидят под своими смоковницами. Enjoying a time when there's nothing to worry about. Наслаждаются общением, наслаждаются просто этим временем. У них нет никаких беспокойств и волнений. No enemies. Никаких врагов. And what a. Которые окружали бы их и грозили им. What a wonderful picture this would have been for Micah's nation in his day. Чудесный образ это был даже для народа во времена Михея. What a wonderful picture this is for us in our day. И для нас с вами в современности. We can think about places in our world today where there is war going on. В современном мире в некоторых странах идут войны. There are battles in Afghanistan, in Iraq, в Афганистане, в Ираке и во многих других странах мира. But there is coming a day when there will be no war. Но Библия говорит, настанет день, когда уже больше не будет войны. No need for a military.
Вообще не нужно будет ни армии, ни оружия. Because Jesus, the Messiah, will be on his throne. Иисус, Мессия, будет править на своем престоле. And righteousness will rule. И правда будет царить во всем мире. And then, finally. И наконец. In that day, all the people. Тот день. Verse 5. Пятый стих. Все народы, ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. In previous eras, Israel has always followed the lead of those nations who practice idolatry. В прошлом народ израильский часто воспринимал языческие практики тех народов, с которыми он каким-то образом сообщался, которые его окружали. But in the last days, in the millennial kingdom, но в последние дни, во время тысячелетнего царства, Israel is going to worship the one true God. Израиль будет ходить во имя единого истинного Бога. No idolatry, true worship. Уже не будут ходить иным богам, будет только истинное поклонение. Now, one thing I want to warn you about in chapter 4 and 5. А я хотел бы кое о чем предупредить вас в отношении 4 и 5 глав. These are chapters dealing with Messiah and his kingdom. Как уже было сказано, это те главы, которые повествуют о Мессии и его царстве. But there is о Мессии и о его царстве. Но вместе с тем, они содержат немало сложностей. In telling what time period the prophet is speaking of in each individual verse. В отношении того, о каком конкретно времени пророк пророчествует в том или ином стихе. There are times when he looks to the future. Иногда он говорит об отдаленном будущем. And he is looking to the future for his own time, the Babylonian captivity. Иногда он говорит о будущем отношении своего народа, например, о грядущем вавилонском пленении. And to the time of Jesus, which is 400-500 years later. А об отдаленном будущем, во временах Иисуса Христа, где-то 400-450 лет спустя. And then to the millennial kingdom, which is much, much later. И еще более отдаленном будущем, о тысячелетнем царстве, которое будет еще намного позже. And the prophet sees it all as future. И для пророка все это будущее. But he doesn't necessarily make distinctions between future, far future, and really far future. Но не всегда в своих стихах, в своих пророчествах делает разграничение между ближайшим будущим, далеким будущим и самым отдаленным будущим. So it is very difficult to pinpoint which future he's talking about in particular verses. Поэтому крайне трудно сказать, о каком конкретном периоде времени в данном стихе говорит пророк. But we're going to give it our best shot today, okay? Но вместе с тем мы с вами попытаемся максимально наилучшим образом это определить, насколько нам это позволит знание. Ready? Готовы? Okay. Verses 6, 7, and 8. 6, 7, 8 стихи. «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие, совокуплю разогнанные, тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянные сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм чрева Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к чрему Иерусалима». Okay, the first several verses been talking about a time стихах, of peace and security. Речь шла о мире, о безопасности. That is a reference, I believe, to the far distant future. Мне кажется, что здесь речь идет об отдаленном будущем. And so are these verses in 6, 7, and 8 talking about the far distant future. И в этих стихах 6, 7 и 8 речь идет об отдаленном будущем. Verse 6, in that day, same day as the first five verses. В тот день, тот же самый день, о котором речь идет в первых пяти стихах. And this is a prediction that God is going to take the infirm, the lame, and make a great nation of them. И это предсказание о том, что Господь соберет хромлющие и совокупит разогнанное и объединит их в один сильный народ, в великую нацию. And the Lord will reign over Mount Zion, a picture of the millennial reign of Jesus. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе. Это великолепный образ тысячелетнего царства. Then we come to verses 9 and 10. Дальше мы подходим к стихам 9 и 10. And it's still future to the prophet Micah. И опять это будущее по отношению ко времени, в котором пророчествовал Михей. But it is much closer to his time than the first eight verses were. Но для него это более близкое будущее, чем то будущее, о котором речь шла в первых восьми стихах. And he is referencing in these verses the soon to come Babylonian
overthrow. И в этих стихах он указывает на уже грядущее вавилонское пленение. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя, или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рожающие? Страдай и мучься болями через Сиона, как рожающие, ибо ныне ты войдешь из города и будешь жить, выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Now it's significant that he says, "Go to Babylon." Важно, что здесь пророк говорит. В 10 стихе дойдешь до Вавилона. Because the current reigning world power was not Babylon, but Assyria. Потому что в то время могущественной нацией была Ассирия. The real threat against Judah would have been in Micah's day Assyria. Во времена Михея наибольшую угрозу должна была представлять именно Ассирия. But he sees in the vision that Assyria is not going to be the big problem. Но в видении он видит, что Ассирия не будет большой проблемой. It's Babylon where именно Judah will go into captivity. Вавилон, куда Иуду уведут в пленение, он и есть истинная угроза. And then he says that they will be redeemed from Babylon. И дальше он говорит: там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. So there is hope even in the captivity. То есть даже в пленении есть надежда. Now, are you ready for the confusing part? А теперь готовы к такой не очень понятной части? I believe in verses 11 and following, he is now looking at the far distant future. Мне кажется, что с 11 стиха и далее он говорит уже об отдаленном будущем. Okay. It's a picture of many nations. Это образ многочисленных народов, coming against Jerusalem. Которые будут выступать против Иерусалима. So if you read 11 to 13. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион, но они не знают мысли Господних и не разумеют совета его, что он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли. Okay, now there are some Bible scholars who do believe that this is a reference to the near future attack by the Assyrians. А некоторые богословы считают, что здесь речь идет о том нашествии, о том нападении ассирийцев, которое будет в ближайшем будущем. You can hear sort of an arrogance about gloating over Zion in verse 11. А здесь в 11 стихе несколько высокомерно звучат слова: и да наглядится око наше на Сион. And if you compare that to Rabshakeh's speech in 2 Kings. И если это сопоставить со словами Рабсака в четвертой книге Царств. You could hear that there might be some reference to, you know, Rabshakeh and his arrogance in verse 11. То вот это же самое высокомерие, нотки высокомерия, которые звучали в речи Рабсака, слышатся и вот в этом 11 стихе. And then the Assyrian army, which was camped all around Jerusalem. А дальше ассирийская армия, которая расположилась вдоль Иерусалима, вокруг Иерусалима. Was destroyed in one night. Была разрушена буквально в мгновение ока. Была уничтожена. 185,000 солдат, воинов. By the power of God. Были преданы смерти по слову Божию, силой Божией. And so some think that these verses are a reference to the Assyrian invasion. Итак, некоторые богословы считают, что эти стихи говорят о вторжении ассирийцев. That took place in the days of Hezekiah. Которое произошло в дни царя Иезекии. However, однако, verse 11 says many nations have assembled against you. В 11 стихе говорится о том, что собрались против тебя многие народы. And that seems like a funny way to refer to Assyria by many nations. И мне кажется, nations. Было бы очень странно и даже несколько смешно называть Ассирию многими народами. And then verse 13, а в 13 стихе talks about Israel actually taking part in the destruction of her enemies. Речь идет о том, что Израиль будет принимать участие в истреблении врагов своих. And Israel didn't take any part at all in the destruction of the Assyrian army. А Израиль никоим образом не принимал участие в истреблении ассирийской армии, в уничтожении ассирийской армии. So I believe that this
reference here in 11 to 13 Поэтому мне представляется, что в этих стихах с 11 по 13 is the far distant future, речь идет об отдаленном будущем, pictured in Revelation 19, о том, о чем мы читаем в 19 главе книги Откровений, where the nations have arrayed against Israel, когда народы будут собраны против Израиля. And then God defeats her enemies finally, и Бог поразит народ Израиля в конечном итоге. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. All right. Поразит народы, выступающие против Израиля в конечном итоге. Any questions or comments you'd like to make at this point? Вопросы или комментарии есть какие-то? Мы когда читали стих 10, мне кажется, что он тоже подходит туда, к Откровению. I think it talks about Revelations too. I think there is a parallel with Revelations there too. Ну, этот Вавилон и тот Вавилон. This Babylon and that Babylon. It could be. My sense, though, is that that Micah is giving hope to the people that even though you will go into captivity into Babylon, you will be redeemed from Babylon at the end of 70 years. So. Вполне возможно, но мне кажется, акцент Михея делает на том, что несмотря на то, что вы будете угнаны в плен в Вавилон, все равно остается надежда, что Бог избавит вас, что Бог в конечном итоге искупит от Израиля, от врагов его. Sorry, that was too long. Okay, anything else? Еще? Appreciate the comment. Вопросы. Спасибо за вопрос, за комментарий. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.